произошло в Казахстане, в горах Алатау, недалеко от Алматы. Утро в Алмате было необычным. Все отправились наблюдать уникальное зрелище. Долгое время эти горы угрожали городу стихийным бедствием. Здесь зарождался сель, дикий поток. Он уже не раз приносил несчастье. Неудержимая грязекаменная лавина движется со скоростью 60-70 километров в час, сметая все на своем пути. Отсюда, из этой долины, уже не раз начиналось нашествие селя. Плотина высотой в 90 метров – вот выход. Строить ее будут взрывы. 9000 тонн взрывчатого вещества в правом и левом склоне – сила атомной бомбы. Опасный рейс. Взрывчатка. Она закладывается в специальные шахты. Расчеты инженеров оправдались. Первый взрыв перегородил ущелье каменным щитом высотой в 60 метров. Этого мало. Нужно нарастить еще 30 метров. На очереди взрыв левого склона. Строительство плотины обычным способом заняло бы несколько лет. Есть 90 метров. Взрывы в Медео гремели считанные секунды. Плотина же будет стоять века.